переживай, она меня не узнала. Узнала? Да, но зато я узнал кое-что интересное. Да? Интересно, что же это вы такое узнали? Например, то, что если... Так, сделайте потише музыку, я тут разговариваю со студентом в конце концов. Спасибо. Так вот. Вы узнали то, что студент, который не получил все зачеты, автоматически вылетает из нашего вуза? Да? Ну, мне это не грозит. Я вообще-то все зачеты получил. Как челобитную царю подаешь. В смысле? Это как? Господа, это что такое? Да он зелья варит, как мой дед. Покойный, вы посмотрите, это же шедевр. Допустим. Что это такое? Это что? Ну, его человек-невидимка был настолько великолепен, он же маг высшего уровня. Ну вы-то, Элла Сукубовна, ну от вас-то я такого не ждал. Ну так вы сами же ко мне пришли и сказали поставить ему зачет. Да? Да? Я сам? Вот, да. Как? Недаром мне мама говорила, что я особенный. Ага, слишком часто она это говорила. Неужели вы, вот вы, думаете, что я вот просто так, от нечего делать, переведу вас на следующий курс? Обязательно переведете, иначе эта запись окажется у главы института. На ней ваш сообщник раскрывает ваш коварный план по дискриминации всех студентов. Хорошо. Ты переведен на следующий курс. Этого недостаточно. Обязуйтесь еще перевести тех студентов, которых незаконно отчисляли. И стипендию обязательно выдать. Хорошо. 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 Пусть каждый получит то, что он заслужил. Награждение!